Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Lost Light. И сегодня видео мы поговорим о вайпе. Прошлого видео, а это он выходил у меня в первом сезоне, прошло много времени, много вопросов, много непонятных ситуаций, поэтому я решил вам показать. Но перед началом ролика, как всегда, я всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ну а мы погнали к видео. Итак, давайте разберем вообще, что такое вайп. Вайп — это когда в течение некоторого времени, у нас это происходит примерно раз в 3 месяца, 4 месяца они бывают, немножко продлевают этот вайп. Очищается наш склад, а именно, то есть ваши вещи, навыки, там прокачка и так далее. То есть у вас полностью новый персонаж становится. Почему это делается? Чтобы не доедало игрокам и так далее. Вы каждый раз все нового начинали. Но есть некоторые моменты. То есть есть такая фигня, как антитела Хела. То есть вы их собираете. Собираете вы их всем сервером, на котором вы играете. То есть вы должны собрать 100% прогресса. И после этого вам надо собрать 3 сыворотки. Такие вот направленные. И после этого только вы можете защититься, получается, от вайп. Чтобы их собрать, их надо либо находить на картах, либо покупать за донат, либо участвовать в ивентах, покупать ее на черном рынке и так далее. Либо, опять же, пытаюсь находить на карте. Но прежде чем собирать сыворотки, помимо этого, вы должны еще собрать 100% антителов Хела. Они собираются на картах, вы приносите, сдаете их Хайди, вам дают за нее денежку и прогресс у судовод. Это вы собираете всем серверам, 100%, это вы собираете сами себе, то есть это лично для вас. Если вы не соберете 3 сыворотки, то вы получите вайп, то есть у вас обнулится ваш аккаунт, скажем так. Если вы собираете, то у вас все остается. Я с первого сезона или второго сезона, точно уже не помню, вайп не делал. У меня все время все оставалось, как видите, у меня ящики, которых сейчас нигде нету, нигде не купить, только скрафтить раз в сезон. У меня их дофига и так далее. То есть это все у меня сохранялось с второго сезона, если я не ошибаюсь. Поэтому, как вообще эту сделать защиту? Смотрите, есть, как я говорил, уже несколько способов. Заходим, получается, в черный рынок, а именно Хайди. Вы раз в сезон, именно вайп, который один сезон идет, вы можете купить эту сыворотку. Заходим в расходники. И вот она вас стоит 20 миллионов. Вы всего лишь раз можете купить ее, больше вы не сможете ее купить. Потом вы можете зайти на черный рынок. Люди находят эти сыворотки, бывают, и продают их. Пишите здесь направленное, вам выдает такую сыворотку, нажимаете, видите, их продают. То есть вы можете сразу купить за 3 штучки и не переживать за это. Но, есть еще один способ, это получается донат. Как же без доната? В нашей игре без доната ничего нельзя сделать. Поэтому, увы и ах, ну да. Заходите также в торговлю, Хайди, извиняюсь, не Хайди, вы сюда заходите. И у вас вот здесь вот, эксклюзивно для свечечков, есть вот такая штучка, как ссылка. Здесь вы можете купить 3 штуки сразу, их опять же, за 1200 доната. Покупаете, также не переживаете за свой вайп. Ну и последний способ, это ивенты. То есть раз в сезон получается, точнее, 2 раза в сезон, а бывает и 3 раза в сезон, дают ивенты, где вы можете получить эти сыворотки бесплатные. И вы там можете тоже лутать бесплатно эти сыворотки. То есть, есть 3 способа, как я говорил, даже 4. Первое, купить за донат. Второе, купить за верты. То есть, нафармить эти, получается, сколько там, 70 миллионов и купить 3 сыворотки. Третье, это участвовать в ивентах, которые проходят от Lost Light. И четвертое, это сманить мне шансом найти ее на карте. Они спавнятся на картах, любых картах спавнятся. И их можете там находить. Здесь, в принципе, я все объяснил, как это все защитится. Дальше. Что у вас остается, если вы не собрали сыворотки? Смотрите. Если вы не собрали сыворотки, не смогли их собрать, у вас остаются донатные вещи. Что же значит донатные вещи? Донатные вещи — это те вещи, которые вы покупали именно за донат. То есть мы заходим в примерочную. К примеру, у меня есть купленные мои одежда. То есть, такая от этой выбил, очки купленные, скины купленные мои. Они у меня не пропадут, потому что я купил их за донат. И неважно, будет у меня сыворотки или их не будет, они у меня останутся здесь же у меня. Пропадет у вас, сразу говорю, собака, которую вы покупаете у себя, потому что она не влияет на донатку. То есть, вот вы купили Элис, она у вас пропадет. У вас будет стоковая собака, это такая вот. Так что сразу, если вы прокачали Элис там до фула,
и думаете, а, я ее купил за донат, она мне останется. Нет, собаки пропадают, поэтому вы ее должны по-любому собирать ссылочки, чтобы ее сохранить. Либо эту купили, там без разницы, какую собаку. Сразу пропадает. Пропадает у вас навыки. Это сила, выносливость, еда и так далее. Если вы не собрали сыротку, опять же говорю. Пропадает весь клад ваш. Пропадает ваше имя, фамилия там и так далее. То, что вы вводите обычно. Пропадает все изучения, оружие, не оружие. Короче, у вас пропадает все. Вы начинаете с полного нуля. И если у вас есть, опять же, три сыротки, то у вас все это остается, кроме одного, это навыки. Навыки именно это вот такие вот навыки. Вы заходите на себя и пассивные навыки. Вот эти вот все вещи у вас обнуляются, неважно, у вас есть сыротки или нету. Это здесь в любом случае все будет обнуляться. Но это, думаю, не столь важно, это они быстро качаются. Думаю, подробно я вам объяснил, что пропадает, что остается, потому что очень много, опять же, повторюсь, вопросов у меня пишут в комментариях, кто пропадет, кто не пропадет и так далее. И я вам записываю уже второй ролик по этим сывороткам, гайдам и так далее. Поэтому я со всеми прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, там дизлайки. И не забываем подписываться на мой канал.